Для тех, кто сомневается, будет ли у нас зимовать голубая карликовая ель, зимует прекрасно, смотрите, много-много штук, сюда вот сколько, и там вдобавок сакура красивая. Все прекрасно, человека зимует. Это в микрорайоне Чайховска, красота такая. Так что обязательно высаживайте, читайте литературу, чтобы грамотно высадить. Ну, если не можете сами, то вызывайте нас и ухаживайте. Все обязательно приживется. Такая красота в Забайкалье. Это редкое явление. Но зато запоминается. Человек реально постарался, душу выложил в березки, смотрите, формированы такие. По обе стороны обрезаны. Это все возможно. Главное, с душой относиться.